Карл был в паре сотен метров от фермы Эмиля, когда рев французских воздушных патрулей заполнил апрельское небо. 9 апреля 1917 года. Ферма Эмиля, Сен-Миэль. Здравствуйте, дорогие друзья и уважаемые подписчики. С вами на связи снова Зарбавай. И мы продолжаем проходить игру Valiant Hearts. Так, играем за Карла, который уже подошел близко к ферме Эмиля. Дневники, почитаем. «9 апреля 1917 года. Хорошо, что тебя не затронуло это безумие. Кажется, весь мир сошел с ума. Даже мой младший брат хочет попасть в армию. Нужно будет обязательно его вразумить. Он и понятия не имеет о здешних нестерпимых муках и адском огне. Сегодня мы с товарищами, бойцами из Канады, одержали славную победу. Но какой ценой?» Так. Факты. Сельское хозяйство в годы войны. В годы войны почти все годные к службе мужчины были отправлены на фронт. В сфере сельского хозяйства появился дефицит рабочих рук. Чтобы снабдить продовольствием солдат и мирное население, от женщин, подростков и стариков, занявшихся работой на земле, потребовались невероятные усилия. Ситуация усложнилась тем, что для военных нужд было реквизировано огромное количество лошадей и много крупного рогатого скота. Не хватало удобрений и техники. Несмотря на привлечение к работе пленных и беженцев, во многих странах сельскохозяйственное производство в годы войны снизилось. Так, у нас 4 предмета на этой локации. Так что будем искать. Ух ты, все в дыму, все в газовая атака. Так, отлично, есть небольшой просвет у нас. Так, а что там у нас наверху, Волт? Что-то наверху у нас лает. Так, отлично, мы Волта спустим. Вернее, поднимем на этой корзинке. Так, а сами лезем сюда наверх, наверное. Угу. Так, Волк, поднимай. Так, получили проветриваемое помещение. Так, спускаемся вниз. Первый предмет. Продуктовая карточка. В оккупированных районах, где продуктов питания, особенно хлеба, не хватало, вводилось строго нормированное распределение продовольствия. Это позволяло властям контролировать распределение имеющихся запасов и удерживать цены от повышения. Так. Так, нам надо Уолта забрать. Прыгай. А, ты уже все. Так, спускаем. Волт, ко мне. Так, что-то непонятное. Зря.
Зря я это сделал. Идем обратно в Волт. Так, прыгаю в корзинку. Ну, давай. Поднимай нам собачку. Так, сами спускаемся. Так, опускай тележку. Отлично, вот здесь мы это сейчас ее покатим. Так, садись. Отлично. Так, Уолт, тащи нам баночку. Молодец. Так, правда, непонятно, что нам с этой баночкой делать. Угу. Ну, в принципе, понятно теперь стало. Расчистили себе проход. Так, здесь все равно ничего нету, но корзиночку возьмем. Куда вот только ее вешать? Корзиночку эту пока непонятно. Так, ферму вообще всю разрушили. Так, поставим пока сюда, я не знаю, куда с ней деваться. Позбиваем окна. Да куда ж ты, оставь это ведро в покое. А, вот куда. Все понятно, теперь еще с этой стороны. Выбьем окошко. Отличненько. Так, а там у нас предмет. Сколько у нас? Еще три предмета. Так, ну сначала нам по-любому надо спустить эту корзинку. Вернее, крюк для корзинки. Так, Волк, прыгай. Сейчас будем понимать, куда тебя отправлять. Сначала поднимем. Теперь покрутим. Так. Наверное, теперь его надо опустить. Вернее, дать ему команду, чтобы он вылез. Так, ну-ка подними предмет, Волт.
Масляные лампы. Электричество еще не получило широкого распространения, и в ходу были свечи и масляные лампы. Фитиль располагался за защитным стеклом, которое поднималось лишь для его поджигания, а длина фитиля влияла на интенсивность освещения. Так, ну давай, Волт, заходи туда. Дергаем за рычажок. Так, он поднял. Еще один предмет. Кофейные бобы. Кофе продавался только в виде необжаренных бобов. Обычно его заваривают для посетителей сам бакалейщик. Широкое распространение получили кофемолки фирмы Peugeot. Ну, теперь это машины фирмы Peugeot. Так, ну и что дальше? Угу. Так. Вот ко мне. Поднимаем. Так, а мне только через верх. Так, как мне-то быть и куда мне-то идти? Так. Странности еще больше. Отлично. Курительная трубка. Курительная трубка, выточенная из дерева и лошадиной кости, прямо в траншеи. Ежедневный солдатский паёк включал не только еду, но и табак. Многие бойцы курили или жевали его, чтобы перебить запах гниющих трупов. Так. Значит, надо наверх. Идем наверх. Так, прочищаем проход, спускаемся вниз. Ребенок уже вовсю орет. Так, Волд уже вытащил, наверное, Виктора, а мы вытаскиваем Мари. Ну, вообще... Ну что, дорогие друзья, на сегодня это все. Ставьте лайки, пишите комментарии, подписывайтесь на канал, рассказывайте друзьям. С вами был Зарбабай. Увидимся в следующих прохождениях. Всем пока!